Всем привет, дамы и господа. Всем привет, Дима. Привет. Здорово. Че, работаешь? Здрасте. Да, как всегда. Заставили работать, да? Негодяи арковские. С утра до ночи. Да, с утра до ночи работаем. Камни тут добываем, всякую хрень добываем. Блин, погода не такая некрасивая для видео, но она сейчас это улучшится. Жена скоро выгонит, скажет, иди в арки там к тебе. Кушать да. Будет готовить. Кушать давать не будет, да? Отправит в арк кушать. 100%. И с твоим арком, блин. Да, это да. Так, строим, берем все, Дима тут добывает. Я ну, ты ж это, пытаюсь. Расскажи про этот эсовский мод. А, эсовские эти вот, ребятки. Тут у нас есть, вот на этом сервере, получается, есть вот такие вот мод такой. Есть эсовские постройки. Вот есть обычные постройки, так, где они? Вот, допустим, фундамент, да? У нас есть фундамент S+. Деревянный, допустим, фундамент. Его, если поставишь, если изучишь, его поставишь, его можно будет подобрать. Если ты изучишь обычный фундамент, но его надо по-любому изучать. Но если ты построишь фундамент обычный, то его подобрать нельзя, если ты его неправильно поставил. Так что делаем S+ постройки. Потому что S+ постройки нам дают возможность менять дизайн дома. Поставил стенку, поднял ее, поставил в другом месте, поднял ее еще раз и так далее. И можешь себе создавать все, что ты хочешь, без разрушения никакой постройки. Так, создаем еще одну стеночку. И начну. Да. Начну. Еще есть мегастенки. Еще есть мегастенки. Сейчас я вам тоже покажу. Так, где у меня эти вот. Вот они. А, вот она. Стена одна. Так, ставим ее вот так вот. Че у меня перевес? Так, секундочку, я сейчас разберусь, что у меня. А, я понял. Для крафта мне нужна солома. У нас тут солома есть в этом ящике? Есть. Да, есть. Вижу. Я все принес. Так, и создаем 4 стеночки, а то я вообще передвигаться сейчас не могу. Так, ставлю сразу сюда. Блин, ну я даже... Давай, двигайся, блин, не хочет двигаться. Офигеть, блин. Офигеть. Пока что у нас будет вот такая вот халупа, потому что маленький-маленький такой вот домик. Почему? Да потому что, блин... Снимать потом мы можем эти вот стенки и сможем расширить себе домишко-то. Может и переедем отсюда. Поэтому мы пока будем делать так, 3 на 3. А 3 на 3 это у нас получается 9 фундаментов. Какого хрена? Что я с собой несу? Дерево. А, много дерева. Дима, нужен камень. Сейчас, походу, нужен камень. У нас тут с деревом проблем вообще нет. Но вот с камнем у нас проблема. Так, все, я выкидываю дерево и иду за камнем. Да, вот такой вот домишко. Колобок нужен, колобок. Вот, кстати, стенки. Вот такая вот стена. Это у нас, смотрите, 40 тысяч этого здоровья, так скажем, у этой вот стены. Это одна стена. Это не 3 или 4 штуки отдельных. Это одна единая стена. То есть, сейчас я ее вам покажу даже, если... Я найду вот такая вот стена. S+, Large Wood Wall. То есть можем вот такие вот. Есть XL даже. Еще выше стена, которая крафтится один раз. Ее можно вроде подобрать, да? Ну-ка, сейчас посмотрим. Подобрать, да, смотрите. Хопля, подобрал. Чародейца поставлю на этот каменный. Мне кажется, кто-то к нам прилетел. Чайка. А, нормально. Никто. Офигеть, блин, вот эта вот стена, блин. Трындец. И 40 тысяч хп имеет. Ёлки-палки, вот это вот стена, блин. Жалко, тут нету каменных таких. Или может они есть? Лучше, чем камень. Камни 10 тысяч, а у этой аж 40. Да, у камня это 10 тысяч хп. Для забора, действительно, наверное, ты прав, что... Ну и дом можно такой построить, но это, да, это 3 стенки. 3 стенки в высоту. Не, там 4 даже, 4. 4? 2, сейчас 3, я... 4, да, 4 стены. А рядышком сейчас куда-то вот... Сюда вот ее поставлю. Вот так вот. Да, 4, елки-палки. 4 стенки в высоту. А есть ли такие вот длинные каменные в энгермах? Сейчас я поищу. Так. Это у нас скорчевские. Есть и скорчевские такие высокие. Это... Да, только интересно, где кактусы брать. Не знаю, на Исландии где кактус брать. Без понятий. Тут их... В общем, нет. Нет, и все. Может быть, что-то тут у нас добавили. Но нету, я не вижу. Нет, хотя может быть, Дима. Может быть, и есть высокие каменные стены. Я не знаю. Пока что не знаю. Но делаем так, как есть.
да. Потом мы, если что, как бы все это все дело поменяем, если надо будет. Так, эту вот стенку ставим сюда. Ты камень нашел? Да, кинул, кинул. Нашел, отлично. Берем и создаем S плюс 6 стенок, отлично. Так, мне нужно 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас посмотрим. Блин, опять у меня перевес, блин. Много-много дерева с собой таскаю. Вот в чем беда. Так, и у меня опять левел ап. Стеночка становится сюда. Стеночка становится... Хотя, что у нас тут стоит? У нас тут еще камень есть. Если я сделаю вот так, могу сделать даже S плюс окна. Две штуки, отлично. Отлично. Так, окна. Ставим раз. Окна ставим два. Потом строим. Строим. Дерево к хренам собачьим выкидываю. Или хотя нет, давайте сделаю еще один дверной проем. Строимся, короче. Сегодня будем строиться. У нас там трайк сейчас поднимется, кстати. Надеюсь, не без нас. Нет. Солома. Ой, как много всего нужно. Офигеть. Так, это вот туда. Это вот сюда. Так, тихо-тихо-тихо. Выкидываем этого дела. Офигеть, у меня тысяча этой... как его? Волокна, блин, тысяча было. Что трак делает? Спит? Кушает. Спит и кушает. Кушает и спит, да? Че себе покачать? ХП пока? Качаю себе ХП. Наркоты сожрал, зараза. Ну, блин, 92% приручения, и он еще, блин, даже не думает даже просыпаться, офигеть. Это как, сколько там суток уже прошло-то? Засранец такой негодяй, так, мне тач нужен. Я сейчас солому себе добуду. Вот мы сейчас, когда говорим тач, наверное, про тач знают только те люди, которые играли в Арк давно еще, как он только появился. Старички, так скажем, ветераны. Арка, старожилы. Блин, мне кажется, твой голос тихо слышно. Сейчас я тебе громче сделаю. Игра, включайся, отлично. Так, скажи еще что-нибудь. Вась, красавчик, отвечаю. Все, сейчас погромче. Что-то я не заметил, что раньше было тише. То есть тебя я слышал очень тихо. Так, я заходим. Костерчик запалил, костер. Запалил? Не надо его палить. Потух. Потух, понятно? Мясо там тухнет. Тухнет, правильно. Так, камня нет вообще нигде уже. Потолок S+. Где у нас потолочек S+, есть? О, S+, потолок. Нам сколько надо? 9, да? 7 штук создаем. Так, дверной проем. Бац, поставил. Ой, тихо, что-то не ставится. Ай, твою ж мать. Блин. Что, не туда? Не туда тыкнул. Тыкнул не туда, совсем прям не туда, блин. Так он... А, так ты сними его. Не, так я поломал другое и заменил, блин. Так, это все. Тихо, не надо. Блин. Сейчас, так здесь тоже надо было сделать выход, Ким. Так я про это и говорю, я это и заменил случайно. Понимаешь? Что я натворил-то? Стеночку сейчас снимаю. Теперь-то я понял. Да, здесь вот так вот, здесь вот так вот. И стенок у меня даже чуток больше осталось. Так, это вот сюда, стенки вот сюда. Ставим крышу уже. Ставим крышу, и у нас все будет, как говорится, в шоколаде. Попробуем. В шоколаде? В шоколаде, это... да. Смотри, не ступи, это тебе не изюм в шоколаде, да? Ну-ну, как-то так. Так, еще две крыши нужны. А что у нас так, тут все зеленое? У нас тут луч где-то? Луч? Нет, нету луча. Странно. Что-то у нас тут все зеленое такое. Так, вода, еда, что прокачать? Скорость изготовления, скорость передвижения уже. Ну, давай сделаю себе скорость передвижения 120. Так, что у нас еще тут есть? Стеночки не нужны. Камушки. Ну, камушки нужны. Тут еще камни еще валяются. Так это, я ж кинул туда камень. Да? Сейчас посмотрим. Вроде не заметил. Или в другом ящике. Не, не в первом. Или ты уже забрал? Уже забрал. Тут уже как бы все уже
Ты шустрый какой. Раз, взято. Раз, и все. Быстренько. Быстренько все у нас тут тратится. Так, место возьму. Мне тут это поесть надо. Ой, камень. Камень он уже везде, мы его весь добыли, да? Ты уже плаваешь. Нет. На другой остров? Еще есть вот здесь. Находишь? Еще пока. Сейчас найдем. Тожечка нахожу. Угу. Так, чего у нас еще там не хватает? Наверное, тача. Сейчас еще тогда на солому разберу вот эти вот дровишки. Слушай, еще никого не встречали мы. Вообще никого. Но вроде как бы люди как бы были вроде на сервере. Значит, где-то они живут в других местах. Поглубже. На острове, да? Угу. Кстати, Дила у нас резнулся. Берегу. Надо будет, да, надо будет усыпить, затомить. Так, блин, стенки, что с ними делать-то? Это выкидываем, это вот выкидываем. Сейчас пойду тоже за камень, за камнем. Лук. Я уже на другую сторону перешел. Нафиг сейчас мне не нужен лук. Железо тоже сюда. Ну, я сейчас чуток порядок себе тут делаю. А, так, здесь вот это вот. Это вот тоже туда пусть будет. Пока что это нам не надо. И выкидываем. Кожу сюда же. Меджубери. Холодосик бы тоже поставить надо будет. О, бегает сейчас у меня парень. Быстренько так. Ты Карна где видел? Там уже нет его. Убили? О, нет, тут у нас бобры есть. Есть, тут у нас есть бобры, сейчас мы их... Тут это Дил, он лазит рядом, сейчас надо будет его усыпить, это еще не дай бог. О, есть, страйк! Че, проснулся? Притомился, а, красавчик, вообще, Вася, отвечаю. Все, у нас, вот у нас есть. Там, здесь нужно какой-то загончик такой построить, вот тут. А че у меня топор не поднимается? О, работает, не работал. Чуть-чуть это, завис. Ты тоже завис, да? Чуть-чуть сервер, да. А я топор не мог поднять, блин, не говорю. Что за фигня, блин? Не работает. Не так, работает. Я... Че там? Я ему ставлю пассив, да? Все, топор сломался. Вообще шикарно. Ну, надо ставить печку нам. Давай и плавить. У нас тут руды дофига. И чтоб чинить можно было. Согласен? Да, надо. Надо, надо, надо. Ну, смотри, пиранья, засранцы. Засранка, блин. Пиранья. Пиранья, сейчас на мясо тебя, вот так вот. Отлично. Печку, говоришь, ставить? На какой там левел она открывается? Печечка. Да, она уже должна быть. Должна быть, да? Конечно, тем более у тебя. Так, кровати надо кидануть уже. В угол куда-то там кинь. Mm-hmm. Так, 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 мясо. А, это у нас это вот мясо, отлично. А филе, погоди, сырая рыба, она что, не жарится, я не понял, в костре? Жарится. И какого хрена она туда не залазит? А, блин, тут ты... три, я понял, я тупанул. Три слота у костра, блин. Я думал, она не влезает, а там три слота. Ой, тут нам рампа нужна будет. С другой стороны. Так, 112 трайк, уже хорошо. У нас там было седло вроде, да? Или не на трайка там было? Не, нет, это был настига был. Так, я усыпил этого малого, короче. Так, камни вижу, добавил. Беру. Так, теперь мясо надо к нему. Слушай, а ты это, а рыбы он плохо затамится, наверное? Кто? Кто? Дилофазавр маленький. Ёлки-палки, чё так мало соломы-то? Сейчас, погоди. Чё-то у меня не влезает. Что у меня не влезает? У меня... Солома не хочет влезть, потому что перевес. Сейчас влезла. И S+. Две штуки. Создать один. И создать еще один. И рампу сейчас я тоже сделаю. Если я ее вообще учил. 110-й паразавр. 20-й паразавр. Каменная крыша. Stone ramp. Отлично. Две рампы сделаю, короче. Паразавр? А зачем нам сейчас паразавр-то? Да мне мясо надо. А. Понял. Так, крыша. Тя. Крыша. Лишнее ставим сюда. Короче, Дима, у нас почти что все готово, кроме сейчас я форточки сделаю.
Форточки нужны будут. Угу. Че тут Райк чужой делает? Все, так. Рампы есть, вообще отлично. Нам второй трек не нужен? Да не, нафиг надо. Я попробую сейчас его убить. 50 левел у него, Кент. Типа не справлюсь? Типа не справлюсь, это такое, справлюсь? Так, погоди, погоди. 100 стрел у меня есть. Так что можем. Да, простые, так что можем его помучить. Ну знаешь, для прокачки, для мяса, нам же там это, все надо. Только тут камней нет, чтобы я куда-то это спрятался О, от него. Я нам поставил под окно прямо эту кровать. Надо еще одну тыкнуть. Это тебе была где-то еще одна кровать. Блин, тут нету этого. Офигеть, как его. Прицела нет. Тут реально надо нет, кликать да. Прям правым кликом. Так, трайк пошел. Трайк пошел. И трайк пошел прям ко мне прям. Засранец, блин. О, 114 дамага, нифига себе, это я куда попал-то? Голову, наверное. Ай-яй-яй, давай беги, блин, засранец. О, отлично, отлично, бежим, 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 бежим. Бежим. Куда ты бежишь, к нам, что ли? Хрен его знает, подальше. Давай, давай, бежим, бежим, бежим. Ну, у нас же там это 112 трек, если что, он это, поможет. Он на пассиве стоит. Нормально, поменяем ему все. А где я попал, блин, я ему, что было 115? Что-то я сейчас тоже как бы в голову попадаю, и он что-то не подыхает, засранец, а? Может, ты в глазик попал ему? Может, в нос прям ему. Может, о, выше, в эту, в его, эту... Нет, погоди, сейчас разберусь. Короче, это странно. Меня... Странно, странно. Но он уже красный уже, более-менее так, можем сказать. Я попадаю, знаешь где? У него же это... Над головой такая хрень есть, да? Так, мне кажется, уже удобнее его пикой. О, вот, сейчас было 114. Вот смотри, куда я попадал. Вот видишь, где стрелы все втыкованные? Вот где-то между этой вот короной его и головой, короче. И там было 114 дамага, а обычно было 17. Так, трек нам мешать не будет. Но у меня зато левелап. Зато левелапчик. Стойкость на 10 мне хватит, вес мне хватит, кислород, выносливость. Мне выносливость, не знаю, нужна или нет, сделаю чуток больше. Так, у меня 32 левел. Вроде бы. Можем, короче, делать все. Я, наверное, сейчас сделаю, знаешь, что, печку. Сейчас найду, печку. Где она делается. Какой там левел нужен? Я вообще... А, вот она, сразу нашел. 20 левел. Кто... Кстати, тоже через S. S+. Плюс. А, 21 очко, блин, офигеть. 21 очко стоит. Печечка-то. Так, чтобы ее создать. Камень, кремень, кожа, дерево, бла-бла-бла и так далее. Все это дело у нас вроде бы как есть. Так, поешь. Отлично. Где у нас тут кожа была? А камня сколько там на нее надо? 60? Сейчас скажу. Камня надо 125, а кожа надо 65. Вот кожа надо 65. Это побольше будет. Да, я вам скидываю ресурсы. Вот в первый ящик это такой ресурсы у нас были. Да, сюда все кидаю, короче. Кожа есть здесь? Да, есть. Отлично. Есть, я кинул. Камень, кожа. Что там еще надо было? А здесь... Дерево, отлично, есть все вроде. Ну вроде есть, так что делаю. У нас она тоже будет передвижная, ее можно будет передвинуть. Если что, мы просто поменяем там местами что-то и все. Так, это вот обратно. Это вот сюда и сюда. Ты, куда же тебя тыкнуть-то? В какой-то угол, да? Печку. Печечку? Давай вот сюда, слева под окно. Думаешь, сюда прям? Ну, давай. Давай, но... Она прям, офигеть, втыкивается прям насквозь. Я не хочу прям насквозь, а то... Мне не нравится, когда они прям выпирают. Вот так вот. Ну, чуток выпирает. Хотя здесь ее не видно. Отлично. Отлично. Металл у нас там вроде был.
Немножко не мало, но все-таки был. Есть рудая, да. Да. Я там принес, сейчас еще посмотрю. Немножко дерева сейчас засуну туда. И сейчас смайте надо будет сделать. Как его на русском будет? Так, это вот сюда, это вот. Верстак. Верстак, да. И зажечь огонь. Так, ну все, я ящики освободил, сейчас их поломаю. Так, мне нужны были что там еще? Окна и двери. Я забыл про окна и двери. Без дверей и без окон не вариант. Сейчас поищем. Эсовский смайт, это хорошо. Кого панель? Чего там у вас? Че ты там делаешь? Тебе там ничего не играет? У меня? Да вроде нет, все тихо. Укрепленная деревянная. Погоди, укрепленная деревянная дверь, это не каменная или это каменная? Я что так забыл. Укрепленная, да. Это уже каменная, получается. Да, это к туда относится. Так что нормально. Да, укрепленная дверь. Так, создать укрепленная деревянная дверь и деревянная дверь. Ага, понял. Смайте. Он, кстати, так и называется, кстати, смайте. А, и верстак. Понял. А, слитки металла нужны. 5 слитков, камень. Слитки у нас сейчас будет. Все, у нас уже 5 слитков есть, отлично. Забираем. И, короче, закидывай себе. Вот, что закидывать-то? Что закидывать-то? Где у нас камень? Нету уже, нету. Так, делаем тогда. Камень 50, Дима, у тебя есть? Случайно там 25 камней есть? 22. У себя. Сейчас смотрим. 22, нет. Сейчас я тебе приду. Сейчас найдем, короче. Я сейчас тоже перебегу через речку. И найдем камушек. Так, пираньи, засранки, пошли отсюда нахрен. Блин, я сюда прибежал, но у меня же нет топора, блин, я не взял топор. Ну и придется собрать так, ручками. Ручками собрать придется. Или добежать, взять другой топор. Руки мастера. А, тут же у нас X4, блин, да. Это нормально, тут можно собрать быстренько. По-быстрому прям. Паразавр, не мешать. Тут камней нифига нет. Тут камень есть, это есть. Забираем. Сколько у меня камней? Отлично, 64 камня. Ручками собрал. Погнали. Пиранью, короче, одну перебил, и все. Тут никого нет. Что делаешь? Очистил. Камень тебе шел. Это ты где добываешь? А я вот тут. Я тебя съели как-то. Пиранья. Откуда пришли мы, короче, с этой стороны? Понятно. Так, могу создать смайти. Делаем смайти и окна. Окна, двери. Для этого нужна солома. Солома у нас вроде бы есть. Тихо. Вот эту вот солому берем. И создаем укрепленное окно. Это у нас... Или дверь сразу. Дверная. Укрепленная дверь. Да, укрепленное окно, это оно. Да, но я много не сделаю, мне надо больше. Ну давай, сейчас создам, короче, одну. Камень. Так, короче, ставлю где-то здесь камень. Этот, смайте. Там возле печки сразу, слева. Рядышком прям, да. Да, так, вот там, вот. Вдоль стеночки. Вот. Так вот. Что за звуки были? Вдоль стеночки? Зачем вдоль стеночки? Можно его вот так поперек поставить, чтобы сэкономить немножко места. Так, я думал, здесь еще одну поставить печечку. Где? Рядышком, или вот здесь поставим. Ну да, давай тогда я сделаю. Поперек? Да, не, давай поперек, тогда, да. Давай тогда вдоль стенки. Раз еще печку хочешь. Сейчас сделаем вдоль стенки. Так, я тебе в шкаф кидаю. Блин, тут вещи впихаются, эти S вещи впихаются прям, я могу ее в печку поставить прям. Можно ее построить, ну в печку прям. Чего нам как бы не надо? Вот так вот, отлично. О, круто, да. Так, мне бы сейчас починить свой топорик, свой топоришко. Сколько там стоит починить твой топор? Сейчас нормально будет, посмотрим. Так, чтобы его починить, нужно недорого. Это 4 слитка и все, и дерево немножко, и кожу.
Это кожа. Кожа, благо, дерево. Все, блин. Погоди. Починить. А, ремонтировать. Все, ремонт пошел. Отлично. Вообще отлично. Пошла. Так, камень жара. Ты туда засунул, да? Да, кинул, посмотри там. Так, сейчас я выкину тут факел, чтобы было более-менее светло. Так, камень берем и делаю укрепленную дверь. А, две штуки. Блин, ну это не эсовская, хотя... Или эс? Нет, это не эсовская, двери, походу, не меняются. Наверное. Или они где-то внизу есть? А там пишется сначала S+. Да-да-да, я знаю, но что-то не вижу. Да хрен с ним, двери, подумаешь, двери. Две двери, окна. Так, и вроде бы нормально, вроде. Сейчас закроемся и, как говорится, дело в шляпе. Дело фулька. Хрен знает. Да, вроде это вот каменная, вроде бы. Ну, так скажем, так называемая каменная дверь. Да, ну, это шина, конечно. Да, да. Все, окна есть, двери есть, мы закрыты, мы защищены, так скажем, от воров. Только еще одно окно сделаю. Ну, отлично. Выживаем. Там финиш, первая цифра 3, да? А, сейчас я на паузу поставлю. Так, ночь, короче. Блин, я все не поменяю этот свист мой. У меня, когда запись включается-выключается, у меня свист идет этого, наверное, агрессии, я не знаю. Так что у нас агрессивный, да, у него агрессия включилась. Так, нейтральный. Все, он на нейтралке стоит. Так, закрыться. А ты из тех ящиков, которые снаружи, все повытаскивал? Да, я их уже даже взломал. Там ничего нету, да? Ну, там как фундамент я что-то делал. У нас только эти вот стоят, спальники тут. Ну и пусть стоят, как бы никому не мешают. Ступка здесь у нас. Да, ступку надо будет переделать. А я ее сейчас, она вроде не берется, да? Нет, разрушить туда. Разрушить. Что там, что-то было? Ага, немножко мяса было испорченного. Короче, я ломаю эти вот фундаменты. Да, конечно. Блин, сейчас у меня перевес будет, 100 подов. О, подобрать можно. Блин, ну, что ж, выживание идет дальше. Ребята, если кому-то интересно, под видео в названии, под названием, блин, короче, вы поняли, в описании есть... я понял. Есть название сервера, есть IP, есть все, так что заходим. И, как говорится, играем. Так не что, стесняемся. Не стесняемся, да. На этом мы закончим. Домик у нас готов. Мы начали сразу строить не тачевый, не соломенный домик, а сразу, блин, каменный. Чтобы такого не случилось, как у нас было в первой серии. Правильно? Да, возьми, он тебе я в ящике бросил. О, там. Че? Где у нас лежа. А, давай я выложу, наверное. Что ты бросил? Или нет? Костюм тебе кожаный, кино. А, понял, понял. Так, я тоже, говорит, также ресурсы выкидываю здесь. Нам они не нужны. Так что вот такие вот пироги. Выживание идет полным ходом. Выживаем. И все будет у нас отлично. Так, одеваться, короче, надо, да? В кожанку уже. Ну, нормально. Нормально, можно, можно. Так, спасибо. Спасибо за одежку. Все, мужики вот такие вот у нас бородатенькие, правда. А че у меня такие глаза мутные? Елки-палки. Офигеть, что я пил перед... Что я пил или что я делал, да, перед видео-то, а? Странно, странно. Что у меня за шевелюра? Сейчас я вытащу шляпку свою. О! Мы, кстати, можем ножнички уже делать. Ножницы, я видел. Я видел, можно делать уже прически себе. Щесочки, да. Крутые делать. Так, топорик у меня цел. Еще я починю свою эту еще. Сколько там нужно для этой? Для починки? Металла. Или для ножниц? Для ножниц, да. Так, ща найду ножнички. Я их видел, но не помню где. Реально не помню где, на каком левеле они были. Ты не помнишь, не видишь? С 25-го, по-моему, начинаю. А, вот. А, ну, короче, изучаю. 35 кремния, обсидиан 5 и слитков металла 6. Так нам было не учить пока. Обсидиан надо достать. Да, пусть будет. У меня этих энграммов, сейчас скажу сколько. 93. Пока что. И вроде из построек вроде бы так более-менее все выучил. Так что
Вот так, друзья. На этом, наверное, прощаюсь. Что ты скажешь, Дима? Прощаемся? Да, что ж, надо. Надо работать дальше. Надо арбайтен. Мне здесь это камни лупить нужно. Дерево. У нас тут уже все уже перебито. Надо плавать то туда, то сюда, чтобы добывать. На этом острове уже ничего нету. Ну хотя. Да, ну в следующем будем колобочка томить уже. Да, нужен будет колобок. Для камушка. Нужен будет анкила, колобок, конечно же. И надеюсь, мы дойдем и до птеров. Но посмотрим. Да, 35-й, да. Че 35-й? До птеров 35-й нужен. А. Какой там у тебя уже? У меня, сейчас скажу, у меня 32-й, так что нормально. Второй, уже почти что можно, да. Ну, уже надо дилочек тогда быстренько нам. Кожа, где у нас кожа, вот так. Все, ребятки, всем удачи и всем пока. Если вам нравится выживание по арку Survival Evolved, ставьте, конечно же, пальчики вверх. Потому что чем больше пальчиков вверх, чем больше лайков, тем быстрее серия новая и выйдет. Правильно? Да. Правильно. Всем удачи и всем пока. Пока.